Ранок у розпалі, і ми продовжуємо тему матері в прямому ефірі. І поділитися з нами мудрими порадами та принципами виховання в родині ми запросили жінку, яка і матуся, і дружина, і бізнес-леді, та ще й грає на гітарі. Зустрічайте, це Світлана Смірнова. Доброго вам ранку. Дуже дякуємо, що ви знайшли час, адже знаємо, що він у вас чітко розпланований. Конечно, когда есть определенные обязанности, есть и работа, есть и семья, без плана никуда, и когда он более четко, более детально прописан, тогда все успевается, все делается, и все остаются счастливы и довольны, получают именно от жизни удовольствие. Делитесь секретами семейного тайм-менеджменту. Секреты заранее. Желательно все делать с вечера, одежду деткам готовить с вечера, себе тоже с вечера. Дети уже доросли, я хочу поделиться. Що у пані Світлани три доньки. Угу. Якого віку? 16, почти 17. Юля, Тетяна, Альона, правильно? Правильно, да. Юлечка старша, Танечке сейчас 13 лет, і Альонке 10 лет. Вже, в принципі, вони більш-менш самостоятельні, але все одно момент контролю, він має присутствувати. Спершу, напевно, ви контролюєте в першу чергу себе. Проконтролювати себе, не забути проконтролювати інших. Наверное, у нас немножко по-другому происходит все. Меня контролирует вас муж. Ще чоловік є. Це не просто так. А от саме як чоловік вже уживається в атмосфері такого жіноцтва? Он щаслив, он же цар. Ще пах. Все вокруг його люблять. І, звісно, є определені моменти, коли якісь чисто жінські такі спори відбуваються між дівчинками, але він в це старається не вмішуватися. І взагалі у нас слово «папа» – закон. Тобто в сім'ї дійсно муж – голова, і ніхто з ним особо і не спорить. Тобто, от як правильно ви виховуєте доньок, щоб вони були щасливими потім у подружньому житті? Чому навчаєте? Яким принципам? Возможно, эти принципы заложены были у меня в семье, потому что у нас и четкое распределение обязанностей было, и взаимоуважение между родителями, и уважение у нас было воспитано к родителям. Поэтому я стараюсь передать то, что меня заложили родители, у мужа тоже очень благополучная семья и любящие родители, которые показывали пример взаимоуважения и любви. Поэтому у нас серьезных вопросов в моментах воспитания не возникает. У нас с ним одна точка зрения, и дети это чувствуют. И мне кажется, вообще родители своим примером должны воспитывать детей. Так вот, какие распределения обов'язків? Кто выносит сміття? Кто ходит, кто вибиває килимки? Кто протирает дом? Есть график? Кто за что отвечает? График есть. В принципе, когда я больше была посвящена семье и не было постоянной занятости, то, естественно, женские обязанности, они были на мне в основном. Муж приносил в дом деньги, зарабатывал. И у нас никогда не было с ним споров, кому что вытряхнуть или постирать, или убрать. Если я с чем-то не справлялась, он всегда был готов помочь. То есть у нас такой момент. Что-то нужно, нужно попросить. Ласково, по-доброму, по-хорошему. А четкие обязанности – это уборка каждую субботу, это дети этим занимаются. И между нами с мужем у нас это распределяется, опять же, по мере сил. Прямо как мое детство. Мы тоже с сестрой завжди суббота прибирали всю хату. Счастливый день. Очищення приміщення. Все ж таки, три донечки, потрібно весь час з ними розмовляти. Потрібно бути матусею, але такою матусею, напевно, подругою. Чи виходить у вас таке? Чи у вас такі розподілення? От я мама, я сказала. У нас, наверное, больше я папа, я сказал. А мне так вышло, что мне очень хотелось быть подружкой своим девчонкам, потому что, в принципе, я из той семьи, у нас тоже было четверо девочек у мамы, ну, есть. Ничего себе. Вот. И иногда мамин авторитет, он не позволял подойти к ней, что-то спросить, с чем посоветоваться. Я даже больше к папе с этими вопросами обращалась. Вот. Папа мне был подружкой. Мне очень хотелось, чтобы все-таки мои дети мне доверяли полностью. И если что-то случится, хорошее, плохое, они обязательно бы делились. К сожалению, не всегда бывает, я их слышу в связи со своей занятостью, но мы стараемся выделять какое-то время вечером, либо выходные, когда мы идем просто во двор, ложимся, сейчас уже погода позволяет, ложимся на плед и делимся своими секретами. И розмовляєте, так, конечно. Яким чином відбувається розподіл бюджетних коштів? Як дівчата отримуєте, знаєте, кеш, кишуню на розходи? Чи самі вже заробляють? А у дівчат вони великі. А у дівчат потреб багато, я знаю. Ну, у нас есть разные источники дохода. Мы не завели традицию в семье, чтобы платить детям за какие-то определенные дела.
действия, но поощрение в разумных пределах, когда уже есть какой-то итог, допустим, первое место на каком-то конкурсе или в соревнованиях, то, конечно, какая-то есть поощрительная премия. Вот. Очень часто, ну, есть и дополнительные источники дохода, это наш любимый свекр, который тоже вносит свою лепту в семейный бюджет наш. Трюмы девчат. Да, и эти деньги, они полностью в их распоряжении, мы никогда не наблюдаем, не контролируем, что они с ними делают, потому что, в принципе, у детей заложены правильное понимание траты денег, они, я знаю, что они на ерунду не выкинут их, они знают, что такое момент экономии и что такое купить хорошее что-то, лучше попросить у родителей, чем купить то, что выкинется завтра. Власне, психологи доводять, що оптимально це давати дітям фіксовану суму і не питати з них, де вони куди, то, бо потім починається, це, власне, перші прояви, коли дитина починає щось придумовувати, можливо, він з дівчинкою в кіно хотів піти, да. дайте мені 200 тобто гривень на кіно. Тобто він розуміти, де має зекономити, щоб вистачило на щось інше. А так? Да. Саме от родина, це завжди якісь певні стосунки ще чоловіка з дружиною. От саме як ви демонструєте, ну можливо, просто проживаєте життя, аби у вас була певна гармонія. Адже це бувають і конфліктні ситуації, якісь там розбіжності в поглядах. Ви як жінка кажете, що ти сказав, ти Бог, це тато, все. Ми з ним просто ніяких суперечок. Ну, здесь, наверное, это, конечно, чувство любви. И чувство любви – это определение такое интересное очень. Это когда ты хочешь, чтобы тот человек, который рядом с тобой, был счастлив. Вот когда ты стараешься сделать его счастливым, хотя бы в малом в каком-то, то здесь не может возникать серьезных конфликтов. Как только ты про это забываешь, ну, естественно, что-то да, происходит. Потом, наверное, нам помогает вера. Потому что вера учит и терпению, и смирению. Это, конечно, не фанатизм по отношению к мужу, что вот муж сказал и все, и он сам это понимает, он очень часто спрашивает мое мнение. Вот, то есть у нас такие с ним бывают обоюдные какие-то обсуждения наших дальнейших планов. И если возникает какой-то спор, ну да, бывает даже, можем мы покидаться там полотенцами друг друга, но не без этого. Но мне кажется, такой драйв отношений, он потом еще больше превозносит какой-то яркости в нашу жизнь. Вихід емоцій просто. Да. Ось ви до нас в студії прийшли з інструментом, який вже давно привернув мою увагу, за допомогою якого, я думаю, він теж вносить свій вклад, можливо, і в драйв, а можливо, і в такий певний сімейний затишок. Конечно. Может, вы нам расскажу. Вообще инструмент не случайен в нашей семейной жизни. Так вышло, что когда у меня стали вот появляться девчонки, то творчество, оно просто с рождением каждой дочки, оно больше где-то внутри у меня возникало. Естественно, оно требовало какого-то выхода. В тот момент фортепиано, которым, в принципе, я хорошо владею, рядышком не было. И поэтому я взяла в руки гитару, которую особо как бы я никогда не осваивала для себя серьезно, но научилась самому минимуму, и стали рождаться песни. И очень много из песен были посвящены именно семейной жизни, любви и своим детям. Ну, я вже не можу дочекатися, коли ви вже нам продемонструєте. І наші глядачі теж. Пожалуйста. Ну, раз я вже сказала, що є у мене пісні, які деткам посвящены, і ко дню матері очень хочеться показати вот таке вот материнське отношение к своїм близьким. Наша історія, в общем, не нова, буває достаточно резкого слова, щоб крылья надежды надолго потерять. Но нынче не клеится, завтра изменится, и продвигаясь по жизненной лестнице, вряд ли можем мы падений избежать. Будут падения, будет взлет, ты только помни, коль веришь, что точно повезет. А ты простая девчонка с улыбкой милой, так что же случилось, чего ты взяла, что твой поезд ушел? Ты мне говорила, что вновь неудачу словила, но, думаю, все было наоборот, для тебя хорошо. Да-да-да, ты мне говорила, что вновь неудачу словила, но, думаю, все было наоборот, для тебя хорошо. Дочки становятся взрослыми, только решать не могут вопросы, которые часто тревожат их юные сердца. Да, с дочкой порой бывает непросто, но к сердцу любому найти можно мостик. И верь мне, я с тобою буду до конца.
переживем мы любой недуг. И только помни, что мама твой самый лучший друг. А ты простая девчонка с улыбкой милой. Так что же случилось, чего ты взяла, что твой поезд ушел? Ты мне говорила, что вновь неудачу словила, но думаю, все было наоборот для тебя хорошо. Да-да-да, ты мне говорила, что вновь неудачу словила, но думаю, все было наоборот для тебя хорошо. Дякую. Тепер всі зрозуміли, що мама найкращий друг. Мама найкращий друг, це є. І з цим ніхто не може поспорити. Вже всі ми теми розглянули, окрім однієї. Бізнес-леді. От як вам вдається і там встигати? Наверное, когда занимаешься тем, от чего ты загораешься внутри. То есть вообще у женщины есть такая особенность. Ей в жизни надо заниматься делом, которым она будет гореть. Вот то, что где-то заложено ей Богом, то, что где-то в семье она получила, и у нее есть какие-то таланты, какое-то желание, натхнение, как говорят, да, вот нужно туда идти, в ту сторону. И вот этот момент, вот эта такая доминанта, этот позитив, он позволяет успевать все, и ты не получаешь от какой-то деятельности усталости. Так, найголовніше. Ну, що ж, ми вам дуже дякуємо і нагадуємо, що безцінними порадами у вихованні дітей та у побудові здорової родини з нами сьогодні ділилась та ще й співала Світлана Смірнова. Залишайтеся з нами, ми продовжуємо ефір.